Видео подготовлено онлайн-гдз.нет. Задание номер 25. Заполните таблицу, вычислив значение выражения а минус 2b при разных значениях а и b. В примере а вместо а у нас 5 минус 2, b у нас минус 3 равно 5. Минус минус 6 – это плюс 6, равно 11. В примере во втором случае у нас вместо а минус 2, минус 2 умножить на 3 равно минус 2 минус 6 – это минус 8. В примере в у нас вместо, здесь записываем минус 8. В примере В у нас вместо А 4, а Б равно 0. Минус 2жды 0 равно 0. Равно 4. В примере Г у нас 1. Минус 2 умножить на минус 1 равно 1 плюс 2 равно 3. И в примере D 6 минус 2 умножить на 4 равно минус 2. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. А если у вас есть вопросы, подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Ссылки найдете в описании.